Иду на экскурсии с делегацией из Израиля. Let's go swim in Fun Town. Water in Russian? Вода. I'm really amazing. I'm going to share all this experience back in my country. What's the best? Burger King or McDonald's? McDonald's. Why? Всем привет, с вами Жора, и сейчас я иду на экскурсии с делегацией из Израиля. Меня пригласили на эту встречу. Сейчас мы показываем ребятам из Палестины, из Израиля местные достопримечательности, общаемся, преодолеваем языковой барьер. Наверное, им не очень интересно слушать о достопримечательностях, но мы развлекаем их как можем. Hi! How are you? Fine. What's your name? Dana. What? Dana. How many days you are here? Four days. Four. And I am from my born. What? I born here. I know. Can you tell me your как сказать? Your impression about Russia. Yeah. In a few words. Okay. It's so beautiful. Beautiful. It's a lot of trees and things like this. I will follow you. Okay. What's your channel name? Что, Влад, хочешь быть в моем влоге? Всем привет. Всем привет. Вот этот человек меня пригласил. Меня пригласил на эту встречу, чему я вот ему очень сильно благодарен, потому что просто практика языка. Вот ребята дружелюбные, это настолько все интересно. Guys! Guys! Now let's go swim in Fun Town. No swimming? Why? Калинка! It's like music. Клип. Итак, ребят, сейчас я спрошу парочку вопросов. Это преподаватель у израильских детей. В общем, она их ведет их в группу. Сейчас давайте спросим, как ей Россия, нравится ли и вообще какие впечатления. What impression about Russia? Actually, I'm amazed about Russia. Everything here is so, so beautiful. It's my first time, my first experience, but I'm really happy, I'm glad I met. Russian people are so friendly, cities are interesting, there is a lot of things to do here. I'm really amazing. I'm going to share all this experience back in my country. Can you say to my subscribers, hello? Hello! Okay. Okay. Hello from me to him. And follow him because he's the best. Ребята, я в шоке. В общем, вот эта девушка, у нее были вот такие вот длинные волосы прям. Да, и она их состригла, вот у нее короткая стрижка, она их отдала детям, которые больны раком, у которых нет волос. Просто взяла, отдала, я в шоке. И вот это тоже. У нее тоже были длинные волосы, посмотрите какие. И тоже взяла и состригла. Я первый раз встречаю таких людей. It's cool. What you do in Russia? Learn English. No. We are in camp. Camp. Okay. And what impression about Russia? I ask you. It's so beautiful and I love it. What you like in this city the most? You. It's video. What the best? Burger King or McDonald's? McDonald's. Why? Because. Because it's the most tasty, or yes, I think it's same. No. No. McDonald's is
the best. Пришли в Макдональдс. На самом деле было вообще что очень сложно коммуницировать, когда твои знакомые не знают русский язык, и ты такой один знаешь русский, пытаешься объясниться. Ну, короче, я чуть подзатупил, но все равно вот заказ мы сделали. Доброе утро. Сейчас она меня будет учить арабским словам, я буду учить русским словам. Погнали. I'm first. Вода in Russian is water. Oh, вода. Yeah, water in Russian. Вода. 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 Water in Arabic is май. 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 Is right? Май. Май. Вода. Шарик. Баллон. In Russia it's шарик. 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 Прям как Жорик. It's me. Жорик. 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 Шарик. Эбен. Балюн. Балюн. Now what is it? Ивхэвэк. Ивхэвэк. It's... How are you? It's how are you. Ивхэвэк and answer. Enemy. 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 Enemy, это значит, со мной все хорошо. I'm good. I'm fine. I'm fine. In Russia, это со мной все хорошо. Со мной. Со мной хорошо. Со мной все хорошо. Со мной все. Со мной все хорошо. Это I'm fine. How are you? In Russia, it's как ты. Как ты? Как ты? Как ты? Difficult? Смотрите, ребят, если вы не учите английский язык, вы теряете для себя огромную просто возможность, потому что, зная один язык, там, русский, украинский, белорусский, вы как бы, у вас один мир, а когда вы учите английский, когда вы знаете английский, можете коммуницировать, для вас открывается абсолютно другой мир, другая страничка, и сознание расширяется. Я не знаю, как это объяснить, но это реально круто, что ты знакомишься с другими людьми, с другим бытом, и как бы расширяешь для себя мир. И это круто. Let's go, bam. Bye-bye. You make like that.